И в завершении выпуска. 100 лет на днях исполнилось люберчанке Александре Иосифовне Лукашиной, ветерану Великой Отечественной войны и труженице тыла. Для того, чтобы поздравить юбиляршу, приехал глава городского округа Владимир Ружицкий. Я, боже, к вас обниму, дорогая. Самое доброе пожелание вам. Быть долгожителем. Такой подарок далеко не всем удается получить. Пройти военные годы, работать не покладая рук, воспитать троих детей – все это могут только сильные и крепкие духом люди, какой и является Александра Иосифовна. О ее секретах долголетия знают лишь самые близкие люди. Никогда в себе не копит зла. Вот это ее долголетие, что неумение вот накапливать в себе зло – от доброты больше. Спасибо. Она отдает доброту всем. И не зря существует выражение, что человек вознаграждается долголетием за хорошо прожитую жизнь. И Александра Иосифовна тому пример. В окружении большой семьи и гостей именинница получала поздравления и цветы, которые так любят женщины в любом возрасте. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.